8 марта. Международный женский день. Женщина – это красота, красота, элегантность, элегантность, профессионализм, профессионализм. Женщина – это творчество, творчество, шарм, шарм, нежность, нежность. Женщина – это сила, сила, загадка, загадка, жизнь, жизнь. Женщина – это мама, мама, бабушка, бабушка, сестра, сестра, подруга, подруга, жена, жена. Женщина – это любовь, любовь. С праздником, прекрасные женщины!